Загрузи данные с моего терминала. А я постараюсь как можно быстрее доработать чертеж нового нульволнового устройства. Только осторожно. Тифоны почуют, что мы хотим причинить вред кораллу. Они непременно нападут на тебя. Я оставил кое-что на столе. Это может тебе пригодиться. Вчерашняя партия никуда не годится. Корни совсем хреновые. Но доктор Лин из лаборатории психотроники любезно предоставил мне образец материала, который многократно усилит действие фитогормонов на взрослые растения. Я рассчитываю на ускоренное созревание, повышение урожайности и питательности. Надеюсь, что и на вкус они не будут как дерьмо. Мне нужен доступ, чтобы прогнать план через фабрикатор. Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Остановлено. Что-то или кто-то. Черт.
говорит капитан Вальтер Даль. Совет директоров Транстар уполномочил меня принять командование Талосом-1 немедленно. Весь персонал должен прибыть к шаттлам для эвакуации. Если вы не можете этого сделать, передайте сигнал СОС, и мои операторы вас найдут. Да, вот еще что. Алекс и Морган Ю освобождаются от должностей. Не выполняйте их указаний и никак им не помогайте. Отбой. Исследование завершено. Нас заперли. Это Даль. Он уже запустил щупальца во все главные системы Талоса. Должен признать, родители меня разочаровали. Я знал, что у них есть план на случай осложнений, но наивно считал, что они не пойдут против собственных детей. Как бы то ни было, нужно что-то с этим делать. Иначе данные о Корале не отослать. Мне это не нравится. Но тебе придется пробраться в его шаттл. Постарайся найти точку доступа и отрезать его. Всех сотрудников Транстара есть браслеты-маячки. Не сомневаюсь, что его операторы уже идут спасать вас. Эти браслеты выдают и снимают в хранилище данных. Загляните туда, если хотите действовать скрытно. Оператор класса М-7-9 Black Box готов. Не заденьте проем. Запрос нового оператора. Оператор класса М-7-9 Black Box готов. Не заденьте проем. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Целостность костюма нарушена.
системное оповещение. Внимание! Угроза возникла. Морган, я слышал объявление. Нет, нет, я вас не выдам. Вы помогли мне, а я помогу вам. Если позволите, у меня есть план, как выбраться с Талоса без кровопролития. Просто не убивайте Даля, пока мы с ним не поговорим. Алекс Ю обращается к команде Талоса-1. Я знаю, что вы напуганы, разгневаны. Возможно, вините меня в том, что произошло. Но поверьте, я не желал вам зла. Совсем наоборот. А вот капитан Даль не собирается спасать ничего, за исключением секретных материалов. От вас компании теперь одни убытки. Даль, я знаю, что ты меня слышишь. И знаю, что мой... Что приказал тебе совет директоров, но ты превышаешь полномочия. Отзови своих операторов. Или хотя бы помоги сдержать тифонов. Мы на грани. Ваш брат любит микрофоны. Свет софитов. Вот такой он. Даже когда прячется. А вы бегаете, словно напуганная крыса. Я слышу, как вы грызете провода и гадите. Пытаетесь исправить то, что натворили? Или сбежать? Я горжусь тем, что всегда готов к худшему. Но это... настоящий шедевр. Можете собой гордиться. Морган! Доктор Ю! Рад вас видеть! Я боялся, что не доберусь сюда, но мне повезло. А, надеюсь, вы не против. Я воспользовался фабрикатором. Я нашел подходящие материалы и сделал несколько запасных канистр доктор для Ю? Вашей гипс-пушки. Морган? И о, слава хочу богу! Показать вам я этот тут комплект. Просматривал список он контактов в надежде найти хоть кого-то. Не снижая эффективности оружия. Ищу снаряжение. Наверное, я сломал руку, когда отключилось электричество. Я в западне, за дверью пришельца. Помощь мне не помешает. Морган, надеюсь, вы не против? Я использовала ваш терминал. Хорошая штука. Мне бы не помешала такая в инженерном отсеке. Я решила пополнить ваши запасы. Нашла немного еды по пути сюда. Оставила на столе. Не волнуйтесь, ничего инопланетного. Я проверила, не дергается. Я не заходила сюда с тех пор, как вы прочли мне лекцию про мою парапраксию. Думала, вы меня точно уволите. Судя по всему, я вам нравилась. Морган, я боялся, что вас перехватил Даль или его спасатели. Это не спасатели, а операторы NCN-9 Black Box. Спасение не входит в список их инструкций. Январь, не сейчас.
Да, конечно. Но Даль, он нам поможет, если вы его не убили. Видите ли, у Дали есть несколько нейромодов. Стандартный набор. Бой, тактика, допрос. Наверняка вы знаете, о чем я. Ваш отец и правление очень предусмотрительны. Доктор Игве, изложите свой вывод Моргану. Игве, в чем суть? Да, конечно. Видите ли, у Дали ранние моды бета серии С, уязвимые. Поэтому он консервативен в некоторых вопросах. Если удалить моды, он может забыть о задании, и мы сумеем вернуться домой на его шаттле. Если при этом у него сохранятся навыки пилота. Это риск, но он того стоит. Его, конечно, нужно обездвижить. Этим займетесь вы. Никто, кроме него, не может управлять шаттлом. Попробовать стоит. Сегодня пролилось достаточно крови. Нашли способ выбраться со станции? Морган? Я более автономен, чем стандартный оператор. Это видео засекречено. Полагаю, только живой человек может взять на себя ответственность.